Всем привет! Мы сегодня запускаем тепловоз ЧМ-3. Дизель уже, правда, прогретый. Я так понимаю, сейчас будут маневры. Компрессор, гидромуфта раскручивает. Но мы сейчас узнаем, какие планы дальше. Дизелек хорошо работает, ровненько, тихо, мягенько. Приятно слышать. Депо. Еще вот такое чудо появилось у нас. ТМ-7. Восьмиосный маневровый тепловоз. Как вы видите, одна общая рама. И на ней еще две тележки. По две колесные пары. Интересный агрегат, но это надо по нему отдельно делать обзор, в чем я и постараюсь попозже. Ну ладно, на этом буду заканчивать сегодняшнее кино. Всем пока!